Важное место в нидерландской живописи занял философский нравоучительный натюрморт, получивший латинское название «vanitas» – «суета-сует». В идейных основах этого направления своеобразно переплелись средневековые представления о бренности всего земного, морализующие тенденции кальвинизма и гуманистический идеал мудрого человека, стремящегося к истине и красоте. Наиболее часто встречающимися символами бренности натюрморта «суета-сует» были череп, погасшая свеча, часы, книги, музыкальные инструменты, увядшие цветы, опрокинутая или разбитая посуда, игральные карты и кости, курительные трубки, мыльные пузыри, печати, глобус и так далее. Порой художник включал в произведение лист пергамента с латинским изречением на тему «суета-сует». Первый дошедший до нас натюрморт 17 века, относящийся к жанру суета-сует, был написан Якобом Вегейном-младшим. В верхней части ниши, на капителях фланкирующих ее пилонов, помещены скульптурные изображения женской и мужской фигур. И на замковом камне свода ниши выбита латинская надпись «Хамана Вана», которую можно перевести как «человеческая суета напрасна». Этот девиз позволяет понять символику фигур, из которых первая, словно предупреждая об эфемерности мыльной сферы, указывает на нее пальцем, а вторая, как бы размышляя о чете человеческих деяний в раздумье, оперлась головой о согнутую в локте руку. Справедливость латинского изречения подтверждается изображением черепа, символа смерти, пересекающей и добрые, и злые человеческие деяния, и мыльного пузыря, выражающего трагическую судьбу природной материи, обреченной исчезнуть в водовороте бытия. Якоб де Гейн-младший проживал в Лейдене, городе, в котором был открыт первый голландский университет и который являлся центром книгопечатания. Именно Лейден стал центром ученого натюрморта. Большое влияние на развитие натюрморта типа суета-сует оказала деятельность лейденца Давида Байли и группировавшихся вокруг него мастеров. Давид Байли, наряду с традиционными черепами, включал натюрморты статуэтки, портреты и даже автопортрет. Байли имел учеников Питера Поттера и братьев Хармена и Питера Стенвейка. Питер Симмонс Поттер, отец знаменитого художника-аномалиста Паулюса Поттера, использовал тот же набор предметов, что и Байли – череп, книги, потухшая свеча, курительная трубка, палитра, ноты и музыкальные инструменты. Племянники и ученики Байли – Хармен Стенвейк и Питер Стенвейк, стандартный набор изображаемых предметов включали еще один символ суеты-сует – бегущие тени. Под влиянием Байли находился даже выдающийся мастер роскошных натюрмортов Ян Давидс де Хэм, который, переселившись в Лейден, написал несколько картин в жанре ванитас. На единственной известной картине «Суета-сует» Абрахама Вандерсхора изображено 5 черепов.
В картинах Жака де Клауа большую роль играет яркий солнечный свет, контрастирующий с мрачными черепами и распятиями. Мотив сорванных роз был главным в натюрмортах Андриана ван дер Спелта. Петрус Хотанус в натюрморте «Суета-сует» вставлял черты обманки. Юриан ван Стрек, наряду с черепами, книгами, письмами, музыкальными инструментами, очень часто использовал украшенные перьями шлемы. Винсент ван дер Винне включал натюрморт, портреты и сопровождал их написанными голландскими изречениями «Помни о смерти, и все изменится». Мария ван Остервейк училась у Яна Давидса де Хема и писала цветочные натюрморты, поэтому в ее картинах типа «Суета-сует» цветы играют заметную роль наряду с черепом, глобусом, книгами, флейтой, нотами и монетами. Сопровождаются ее натюрморты цитатами типа «Человек, рожденный женою, краткодневен, пресыщен печалями» книга Иова. Столь же прямые богословские нравоучительные сюжеты использовали известный пейзажист Ян ван дер Хейден и Абрахам Сусениш, которые включали в натюрморт Библию, открытую на нужной странице. Натюрморты Эдварда Кольера тяготели к обманке. Ряд картин «Суета-сует» написали художники, специализировавшиеся на других видах натюрморта: Питер Класс, Питер Дерин, Симон Лютихойс и Матиас Витхус.